Ребята, привет! Хочу поделиться классным ресурсом для тренировки понимания песен на слух. Зарегистрироваться на ресурсе можно через Facebook. Называется Lyrics Training. Можно выбрать жанр, какой хочешь. Можно по исполнителю. Для этого в Search вводите любого исполнителя. Например, я ввела Стинга. Вот он мне выдает поле, в котором я могу выбрать песни. Можно ввести название песни, и тогда либо она есть, либо нет в этом ресурсе, потому что самые разные исполнители включены. Нажимаю, например, Shape of My Heart. Вижу, что есть разные уровни. Я посмотрела на разницу. Beginner, ну, это все равно для уровня где-то A2, B1. Для начального этапа можно пробовать, но некоторые варианты могут быть сложными, потому что ресурс требует того, чтобы вы вписали слово по ходу прослушивания песни. И вот слова, которые нужно вписывать, они бывают сложные, даже несмотря на то, что написан beginner. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Я нажимаю, чтобы игра началась. Вижу видео песни, что интересно. Должна нажать на видео, чтобы началась трансляция. По ходу моего прослушивания я вижу текст, называется Lyrics, отсюда поэтому и название ресурса Lyrics Training. Слово, которое у меня горит, мне нужно сюда вписывать, это то, что я слышу. Можно это на любом устройстве делать. Doesn't play for the money he wins. He don't play for. Вот, например, не услышала я. Как сделать так, чтобы еще раз прокрутить назад? Тоже не могу услышать еще раз назад. И вот до тех пор, пока не услышу правильный вариант. Могу перебрать несколько, например, и слышу. Вот правильно. Если неправильно, заново нужно будет прослушать, пока не сделаешь правильно. Очень удобно для тренировки, показывает, какой ско. Хочешь все время набрать еще больше ско, сохраняет результат. Так что можно, в общем-то, пользоваться этим. Если какое-то новое упражнение, но тут, скорее всего, придется платно, да, покупать либо подписку. Это бесплатный вариант, можно пользоваться и тренироваться. Так что рекомендую, очень классный ресурс.